В Северном государственном медицинском университете прошел день профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в рамках национального проекта «Ваше здоровье. Будущее России». Проект является инициативой Российского медицинского общества по артериальной гипертонии и Комитета Госдумы по охране здоровья. В нашем регионе он был реализован совместно фармацевтическими компаниями Stada CIS, AstraZeneca и Boehringer Ingelheim. О рисках заболевания и профилактике его лечения расскажет Сергей Томилов. Жителям региона в рамках проекта «Ваше здоровье. Будущее России» рассказали, как заботиться о здоровье сердца. Актуальность вопроса бесспорна. Об этом говорят печальные цифры статистики. Среди общей смертности в нашей стране сердечно-сосудистые заболевания составляют 57%. Такого показателя нет ни в одном развитом государстве мира. Ежегодно от заболеваний сердца уходит из жизни до 1 300 000 россиян. Это в 4 раза больше, чем население Архангельска. Причины заболевания сердца сегодня – это курение. В этом случае риск смерти возрастает на 17%. При наличии артериальной гипертензии 23%, при сахарном диабете до 30%. Главная цель конференции, прошедшей в Архангельске, показать, что в первую очередь мы сами должны заботиться о своем здоровье. И по данным ВОЗ, от системы здравоохранения зависит лишь 15% здоровья человека. Профилактика заболеваний гораздо лучше, эффективнее, да и экономически выгоднее, чем само лечение. К сожалению, в нашем обществе сложился устойчивый стереотип. Если человек болеет, значит, в этом однозначно виноват врач. Понятно, что это далеко не всегда так. Для того, чтобы снизить риск заболеваний сердечно-сосудистыми болезнями, нужно не только создать целую индустрию здоровья, но и вовлекать в нее всех активных членов нашего общества. Чтобы проверить свое самочувствие, не нужно предпринимать какие-то сверхусилия. Для этого вполне достаточно 20 минут. Треть часа, которые кому-то впоследствии могут спасти жизнь. Если хотя бы каждый человек утром, вставая или вечером, перед тем, как ложась отдыхать, мерил бы давление и задумывался, почему высокое, низкое давление, почему голова болит, связывался. Тут великих знаний это не надо для этого. И чаще по этому поводу обращался бы за консультацией и советом к врачу, глядишь, мы могли бы избежать таких осложнений, как инсульты, там, порезы. Чтобы провести профилактические методы лечения и снизить риск сердечно-сосудистой патологии, достаточно соблюдать несложные правила. Профилактика артериальной гипертонии значительно в большей степени снижает риски заболеть этим неприятным недугом и в конечном счете умереть от осложнений артериальной гипертонии, инфаркта, инсульта. Поэтому надо начинать каждому с себя, вести правильный образ жизни, достаточно количество спать, есть правильные продукты, нежирные, больше фруктов, овощей, не злоупотреблять алкоголем, не курить, больше двигаться. К слову, пройти мини-обследование, так называемый скрининг, можно было прямо на конференции. Для того, чтобы понять, например, какая у меня реакция или уровень работы легких, потребовалось буквально пару минут. Оказалось, реакция хорошая, а вот объем легких нужно развивать. Максимально глубоко вдыхаете и сильно до конца, снаружи, и до конца все выдыхаете. Дуем, еще. В Архангельской области смертность от сердечно-сосудистых заболеваний ниже, чем в среднем по стране, но радоваться этому, по мнению экспертов, преждевременно. В нашем регионе, в первой городской больнице, активно стали внедряться операции на сердце, ортокоронарные шунтирования, стентирование, которое сейчас делается не только в первой городской, но и в областной. И вот тот резерв по снижению смертности, который мог бы быть достигнут, мы его практически на сегодняшний день исчерпали. Человек довольно часто относится к своему здоровью небрежно. Иногда к своему автомобилю он относится не в пример более аккуратно. Чаще меняет масло для мотора, всегда проходит техосмотр. Видимо, дело в страховке, ведь если не выполнил ряд обязательных процедур, то ты лишаешься гарантированных выплат при ДТП. Что-то похожее хотят сделать и в здравоохранении. Если житель вовремя проходит диспансеризацию, то он получает максимальный пакет государственных медуслуг. Если обследование не сделано, то и услуги будут выполнены не в полном объеме. Сергей Томилов, Виктор Еремеев, Новости 24, Архангельск.